Лично я попала в эту академию, прям сама не поняла, как, если честно. Я к этому как-то шла. Я интуитивно очень хотела менять себя, начать себя любить, перестать поддаваться манипуляциям, правильно ставить приоритеты. И мне вселенная так подкинула, что я просто зашла, и я уже не могла уже отказаться. И когда я зашла, столько было интересного, и даже были такие моменты, когда мне казалось, что это все не работает. Я такая думала, зачем, как и что такое, да? И благодаря своему куратору и благодаря своему желанию, именно вот этому рвению и характеру, что я очень целеустремленная, у меня просто все получилось. И даже несмотря на то, что я 2 месяца назад тоже сидела и прокрастинировала, я снова смогла вытащить себя благодаря этой вот прям супертехнологии, да? Главное вот это вот окружение. Я в таком окружении, я всегда хотела, я всегда мечтала иметь такое окружение. Они так вас вдохновляют, эти все марафоны и все такое. Даже пока я сидела 2 месяца прокрастинировала, меня успели вдохновить и вытащить эти люди. И это настолько круто, когда возле вас люди, которые так же мыслят, как вы, идут к такой же цели, как вы. Вы просто, когда с ними двигаетесь, вы уже просто элементарно не можете отступить, потому что они вам этого не дадут так сделать, скажем так. И вот эта вот постоянная обратная связь, это развитие, столько всего нового. Наконец-то вы начинаете понимать, наконец-то вы начинаете жить. Мне всего лишь 19 лет, но я, когда я зашла в эту программу, я увидела столько всего в себе. И как бы казалось, всего лишь 19 лет, откуда столько обид? Откуда столько комплексов? Откуда столько страхов? И как только я начала это все прорабатывать, даже окружающие заметили, как я начала меняться. Мне все делали комплименты на протяжении моего обучения, что я начала сиять. И те, кто знали, что я здесь учусь, они мне так и говорили, это твой КМБ, да, это все твое, это, да, как бы, Академия моделирования будущего, как бы. Вот, поэтому это просто идеально вдохновляет. Я понимаю, что у вас есть сомнения, они есть у всех. Недавно я даже встретила ученицу, которая недавно присоединилась в АМБ, и оказалось, что мы с ней знакомы. Хотя она взрослая женщина наравне с моей мамой. Она говорит, знаешь, говорит, вот ты же отучилась, мне кажется, что я не успеваю, мне кажется, что у меня не получается, я не успеваю брать все. А не нужно брать все. Я говорю, вы не нужно пытаться взять все. Нужно брать то, столько, сколько вы можете. Не нужно отступать и поддаваться этому своему вот этому вот мышлению и к этой мысли, типа, что вы не можете взять все. И она такая говорит, а может это типа не работает, а может не уйти? Зачем я вообще туда пошла? Я говорю, вам сейчас так кажется. Вы просто двигаетесь. Вы просто двигайтесь маленькими шагами, не спешите, получаете удовольствие от процесса, у вас все пойдет. И как вы думаете, я встречаю эту женщину через 2 недели, она мне говорит, ты знаешь, ты меня так вдохновила, и она прям такая начала сиять, я такая думаю, о чем, в смысле я вас вдохновила? Он говорит, вот я же к тебе пришла и такая говорила, что помнишь, я не могу получить все, у меня не получается. Так вот, оказывается же это классно, у меня получается, там столько интересного. И мне было очень приятно ее слышать. Поэтому я просто хочу вам пожелать удачи и быстрее к нам присоединяться, начать меняться, сиять и просто двигаться вперед и зарабатывать большие деньги и жить той жизнью, какой вы хотите.